love me, love me, say won't you love me. Все правильно, да. Всем привет, дорогие друзья! В этом видео будет много новых песен. Давайте наберем 1500 лайков, и тогда будет следующая часть. Я недавно посмотрел аналитику канала и увидел, что меня смотрят 70% людей без подписки. Так что прошу вас подписаться и нажать на колокольчик. Стоять, не переключай, старина. Бригаду можешь ебануть? Ту-ду-ду-ду-дун, ту-ду-ду-дун-тун-тун, ту-ду-ду-ду-дун, ту-ду-ду-дун-тун-тун. Давай. Давай. Поняла, да, что это за песня? Я поняла вот такой вот последний момент. А ты случайно на укулеле не играешь? Ты меня видел, да, где-то? Я где-то тебя видел в роликах. Не знаю где, но где-то видел. Ну давай, сыграешь что-нибудь? Нет, я не могу. Почему? Если я буду петь, мне будет очень стыдно за то, как я пою. А играть красиво как-то я не умею. На фортепиано ты учился? Я не учился, я самоучка. Ну я вот эту играешь на фортепиано. Элиза? Да. А вот эту играл? Да. Это эти чисто фортепианные песни. Класс. Да. Что там еще на фортепиано играют обычно? Реквием по мечте. Реквием по мечте? А реквием знаешь? Да. Шикарный мужик. Катя, бери. Бросай Ильяса. Катя, понял. Класс, понял. Все, давайте, пока. Если хочешь поучиться у меня игре на гитаре, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании. А я тут куча песен распечатал. Вот это не знаешь? Давай что-нибудь посложнее. Посложнее тебе?
Не, я, конечно, попросила что-нибудь посложнее, но можно как бы не настолько. Не настолько, да? Так. Можно что-нибудь среднее между вот Федерико Феллини и тем, что ты сейчас сыграл? Знакомая, да, песня? Да, ладно, сейчас еще. Тебе надо прям посложнее, но это была легкая, да, песня? Ну ладно, давай мне посложнее, кажется, давай сейчас. Вот это, знаешь? Конечно. Ну вот, это было посложнее, мне кажется, нет? Тоже просто дала еще сложнее. Николай Попов? Да. Нифига себе, у меня пацан знаком, так же зовут, такая же фамилия. 12 тысяч подписчиков, круто, круто. Да, с кайфом. А вы что, тоже, ты тоже стримишь? Кто это мне говорит сейчас? Не знаю, я молчу. Это кто это появляется? Что? Нити, собеседник. Что это такое появляется? Я где-то такое видел на Ютубе. Третий собеседник. А, третий собеседник? А как вы так сделали? Моргенштерн, что ли? Сижу в чат-рулетке. Сколько сижу? Моргенштерн сидит в чат-рулетке. Нормально. Круто, круто. Да. Вахтером. Вахтером? Да. Все песни знаешь, я тебе не могу сыграть. Почему все, кто на гитаре так классно и красиво играет? Почему на укулеле так нельзя играть? Ну, что... Вот эту знаешь? Что-то в стиле как оно, Интерстеллар? Да, правильно, ты угадал. Так, ну, первый раз такие попадаются, кто знает все песни. Макс Корж, давай. Макс Корж? Да.
такое? Ты меня до слез довел. Что я довел? До слез. Понял. Еще. Вот это, знаешь? Ты же пела какую-то песню, я тебя помню. Ты где-то. Я помню, ты пела что-то. Ты пела ж, да? Сейчас я вспомню. Да. Сейчас, по-моему, ты что-то такое из какого-то фильма русского пела, нет? А ты все умеешь? Да. А знаешь такую песню группа порнофильмы? Угу. Да, и мне белую ночь, и что-то подобное. Она? Вообще отлично. Вот это, знаешь? Если я не ошибаюсь. Правильно. Я очень много песен слушаю. Со мной очень сложно в этой игре. Я прожу по улицам один. Да. Сейчас опять тоже сыграю мелодию, ты попробуй отгадать. Есть догадки? Ну, что-то знакомое, не могу. На свой страх и риск. Не могу понять, но что-то очень знакомое. Не дай бог, я сорву голос. Это будет на твоей совести. Да. Вот оно тебя будет преследовать. Темный мрачный коридор. Я на цыпочках, как лом. Пробираюсь, чё дыша, чтобы не спугнуть тех, кто скит уже давно. Те, кому не все равно. Чуя желание заглянуть, чтобы увидеть, как
Круто. Как я мог не догадаться вообще что-то? Причем очень было знакомое. А ты в какой-то другой тональности, что ли? По аккордам сложно так догадаться, на самом деле. Давай, может, еще что-нибудь? Опять что-то очень знакомое, не пойму, чего. Максимально просто. Это все, мне кажется, знают. Вчерашний вечер из поворотня на все согласен. Спасаться нечем, и я охотник, и я опасен. И очень скоро еще бегут, а еда. Самое смешное, я в прошлом ролике ее играл. Играл, выучил и не угадал сейчас. Ой-ой-ой. Вот, я придумал песню, которую ты можешь не угадать. Вот это вот. Но она у меня на слуху. Это из советского фильма. Блин, я не вспомню слова, но я ее знаю, я ее слышал, я у бабушки ее слышал. Да, знаю. Она нас бессировала. А вот эту, кстати, знаешь? Нет? Ну поет этот мужчина.
Поставь лайк, если понравилось это видео. Также советую посмотреть предыдущие мои видео. Также подписывайся на Инстаграм, добавляйся в друзья ВКонтакте и записывайтесь ко мне на уроки по гитаре. Пока!